небо винили, не будем останавливаться на этом. Наша страна нуждается в наших умах и поступках. Обернитесь, посмотрите вокруг себя. Вы стоите рядом с будущими управленцами, лидерами, депутатами, рядом с будущими друзьями, а кто-то может даже рядом с будущей женой. Кто планирует влюбиться на Селигере? Поднимите руки. Мы здесь получим столько знаний и силы для развития. В очередной раз докажем всему миру, что будущее нашей страны зависит только от нас. И держится на наших руках. Друзья, мы уже давно доказали, что не три кита держат нашу страну, нашу планету, а наши с вами руки, наши с вами умы. Вы уже победители, люди, покричите! И сейчас еще одна добрая традиция, которую мы приносим каждый год на Селигер. Это наш общий флаг. Передаем, передаем, давайте выкричим так, чтобы вас услышали в ваших городах! Ваши мамы и папы, громче! Рассказывайте о своих ощущениях! Беги за мной, где вы? Молодежное правительство! Молодые строители! И все вместе! Всероссийский молодежный форум «Селигер»! Для того, чтобы достигнуть поставленных целей. Приготовили ручки все! Давай! Давай, Селигер, с приездом, с открытием! Выше руки! Беги за мной, делай еще раз! Молодежное правительство! Молодые строители! Давай, давай, давай! Выше руки, все вместе! Мы победим! Давайте в таком же настроении пройдем в следующую смену. Запомните сегодня, сегодня для нас и начало нового жизни. Громче, громче, громче! Попрыгни громче, кому я дал последний мяч! Давай, 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 давай! Селигер, вас не слышно! Пошумели, пошумели! Друзья, мы еще не на лекциях, можно громче! Уважаемые ребята, мы ведем уже давно, ввели еще одну замечательную традицию, что на каждом построении, на утреннем и вечернем, мы приветствуем себя аплодисментами, чтобы нам было веселее поднимать себе настроение. Традиционно они называются. Кто знает, как это? Сначала медленно, потом быстрее, еще быстрее, еще! Давай, взрывайся, Леге! Хочется объявить об одном конкурсе. У всех есть социальные сети, да? У кого есть социальная сеть Инстаграм? Если у вас ее нет, то у вас есть возможность здесь ее прям завести и выкладывать свои фотографии с хэштегом «Селигер2012». Без разницы, на русском или на английском. В конце смены, чья фотография, которая наберет наибольшее количество лайков, тот получит замечательный приз. А приз такой. Друзья! Человек получит возможность прокатиться по озеру Селигер на катере с подругой или другом. Друзья, ну что ж, вам хочется сказать. Хорошей ночи и до встречи завтра на утреннем построении 8.00. Ну а сегодня, ближе к полуночи, нас всех с вами ждет праздничный салют. Слушайте объявление. Лучше всего смотрите большого образовательного шатра. Друзья, с приездом вас!